Добрый день, милые дамы и уважаемые господа. С вами Светлана Амельян, соавтор проекта «Избави вязальня», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля. И для того, чтобы обучать стремительно, мы используем те способы, которые позволяют вам забыть о страхе и получать удовольствие от процесса вязания. Поэтому мы используем самые простые приемы. В ближайшее время мы начинаем марафон, который посвящен улиточке. Эта улиточка, это будет не просто детская игрушка, это будет сумочка. Как и все наши вязальные марафоны, этот марафон будет также с неожиданными поворотами, и вы не будете знать, что именно вы вяжете, кроме того, что это будет улитка и что это будет сумочка. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал и приходите на наши вязальные марафоны, на которых мы получаем знания в непринужденной форме, массу положительных эмоций и благодарных зрителей, с удовольствием носящих ваши вязаные. Спонсором нашего марафона выступает предельно-ниточный комбинат имени Кирова, который предоставил сертификат на 1000 рублей победителю нашего вязального марафона. Но до этого еще далеко. А для того, чтобы бесплатно участвовать в нашем вязальном марафоне, пишите на наш e-mail адрес postsobaka.izbavizalnya.ru свой электронный адрес, который обязательно должен быть с почты Google, и сообщайте свой аккаунт ВКонтакте. Все наши марафоны проходят на площадке ВКонтакте, и поэтому вам нужен будет аккаунт в этой соцсети для того, чтобы вы могли самостоятельно добавлять отчеты и рекламировать марафон. Участвовать в марафоне можно как платно, так и бесплатно. Чтобы участвовать бесплатно, пишите заявку на наш электронный адрес postsobaka.izbavizalnya.ru. А если вы хотите участвовать платно, без отчетов и без возможности вылета из проекта, переходите по ссылочке под этим видео и оплачивайте участие по выбранному вами тарифу. С вами была Светлана Амельян, соавтор проекта «Избави вязальня», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля.